morning. Thank you, Your Excellency, for giving me the opportunity to be here. And thank you, all of you, for giving me the opportunity to talk to you. أنا سأتحدث بالعربية نسيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سعيد بوجودي في هذه الجامعة العريقة وأشكر إدارة الجامعة على إتاحة هذه الفرصة لي للحديث معكم. أنتم الآن تتحدثون العربية أم الإنجليزية؟ العربية. طيب. وسعيد أيضا باللقاء بكم. أنا سأتحدث إليكم في قضايا تتعلق بكم وأدواركم ومسؤولياتكم المستقبلية. أول شيء أريد أن أقول لكم، العالم يتغير ويتغير بسرعة هائلة جدا. والكم المعرفي и объем знаний, который сейчас, то развитие, которое приобретает мир сейчас, оно не было, его не было раньше. Он умножается, он увеличивается и не сравнимо с тем, что было в прошлом. Поэтому сложно, чтобы человек следил за таким большим потоком информации, потому что вследствие глобализации, технологий, интернета, связей интернета, и культура стала очень доступной во всех местах и превосходит границы и распространяется очень быстро. Поэтому человек, как вы, молодежь, перед ним становится большая ответственность избирать ту информацию, которую он хочет приобрести, избирать ту культуру, которую он хочет взять для себя и применять. И вследствие этого приобретать определенные ценности, и чтобы те ценности преобразились в его идеологию. И вы будете жить в том мире, в той жизни, в которой мы не жили. Та обстановка, которая отличается от нашей обстановки. Вы должны понимать, что у вас есть выбор. Моя роль и роль тех, которые подобны нам, показать ваш выбор, на что вы способны, а выбор становится в конце, в итоге за вами. Все эти доступная информация и эти положения, они станут легче для вас. То, что сейчас мы находим до 5 лет назад, этого ничего не было. Поэтому у вас должна быть гибкость для того, чтобы понимать все эти моменты, все эти изменения. Поэтому мы живем в веке глобализации, в веке быстроты. Вы изучаете науки востоковедения. Это дает вам возможность и сферу, которая отличается от других. Вы являетесь мостом между Россией и между арабским и исламским миром. На вас лежит большая ответственность. Во-первых, вы должны представить Россию в лучшем образе.
Мы в арабском мире, к сожалению, и в исламском мире не знаем Россию от русских. Мы знаем Россию от других. Мы не знаем Россию от русских, от россиян, а знаем ее от других. Мы знаем о вас и о вашем государстве от других. Поэтому ваша ответственность, чтобы вы были мостом, который показывает настоящий образ для России и для российского человека. Мы сейчас прошли мимо музея этого университета, и вы, как студент этого университета, должны гордиться им и достижениями этого университета. 7 работающих в этом университете получили премию Нобеля. Они добавили к всемирной науке много. Вы должны гордиться этим. Россия — это государство, обладающее культурой, цивилизацией, науками, которое представляет свои достижения для человеческого мира. Обратите на это внимание. Если только вы собственными руками, вы должны гордиться тем, что вы относитесь к России. Вы должны гордиться тем, что относитесь к этому государству. Ценности, принципы, цивилизация, культура, что Россия имеет это наследие, имеет эту культуру. И тем, что вы носите российский паспорт. Те личности, та личность, которая относится к этой родине, он должен гордиться этим. Это не только ответственность государства, это ответственность каждого индивидуума. Россия будет слушать вас как личностей, индивидуумов, и будут слушать вас и получать от вас непосредственно, когда ты будешь говорить о чем-то. Россия — цивилизация, Россия — культура, наследие, россиянин и наследие ислама. Мы должны понимать, что мы живем в это время, в то время, когда культура и глобализация и ваша... Мы сейчас результатом того, что упомянули о глобализации мира и о взаимодействии культур, поэтому необходимо, чтобы у вас образовались определенные ценности, ценности мира, принятие другого, уважение культуры другого и его особенностей. Этот вопрос — это вопрос Родины основной. Он может только лишь... То есть, развитие и мир в этом государстве может быть только после принятия этих ценностей, ценностей мира, милосердия в этом обществе, где есть разные группы. Вы здесь имеете разные конфессии, разные слои, поэтому необходимо понять, что вот это различие в родине, на этой родине многонациональной, многоконфессиональной, вы должны понимать о том, что вы различны. Вы должны гордиться тем, что вы... Я горжусь тем, что я живу в Эмиратах. У нас есть много разных
культур разных, групп, конфессий, то развитие, которое имеет Эмираты, это все представляет положительные, это все дает положительные результаты, и все, и каждый имеет право участвовать в развитии государства, поэтому благодарю Всевышнего за то, что Россия зашел, ислам в Россию в 1926 году. И тот мир и взаимопонимание между людьми, которое было... Но необходимо посмотреть на то, что человек гордится все-таки своим происхождением и говорит: «Мое происхождение такое, мое происхождение такое». Это, в этом нет ничего плохого. Каждый из нас гордится своим происхождением, своей национальностью, но в то же время, в конце концов, он должен понимать, что он находится в рамках этой культуры, этой цивилизации, этого государства, в рамках этого государства, в котором мы живем, и та скорость развития, уважать другую культуру, это важно. Вот это различие и разнообразие культуры, оно присутствует, но мы необходимо обратить на то, что нельзя брать ту культуру, которая идет извне. Твое сердце, твои чувства, все, что в тебе есть, оно говорит о том, что ты россиянин. Что бы ты ни делал, куда бы ты ни поехал в этом мире, о тебе скажут, что ты россиянин. Поэтому не бери ту культуру, которая приходит извне, которая изменит твою культуру. К сожалению, очень часто многие используют культуру для того, чтобы изменить общество. Да, мы хотим изучать другие культуры для того, чтобы познакомиться с ней, для того, чтобы уважать, чтобы уметь жить, уметь находить общий язык, но необходимо, мы должны сохранить культуру наших отцов, наших дедов. Я не хочу говорить много для того, чтобы оставить время для вопросов. Вы находитесь под тенью изменения этих общества, этих ценностей, ценностей предков, отцов, которые ты не получишь в залах, а в аудиториях, в университете. Сейчас ЮНЕСКО во многих странах записывает те принципы, основы, как музыка, как танцы определенных народов, но ты, твой отец, твоя мать, от твоего деда, твоей бабушки, ты должен сохранять эту культуру, эти ценности, которые поколения приобретали друг от друга, которые отличают вас в хорошем плане от других. Поэтому изучайте их, сохраняйте их, старайтесь держать связь с этими поколениями. Даже ты здесь будешь оставаться 10, 20, 30 лет. Вы мост, вы то звено, которое соединяет прошлое с будущим. Сохраняйте ваше наследие, ваши ценности, которые невозможно изучить, а которые получает человек, живя в обществе, в своей семье, которые получает у себя дома. Сохраняйте это, потому что многие народы потеряли
связь этих ценностей, этой культуры, этого наследия, которые отличают их от остальных народов, потому что они стали заниматься, смотреть на будущее, изучать современные науки, сохраняйте свои корни, сохраняйте это наследие, которое бережет ту стратегию, которая была заложена в ваших корнях. Честно передайте это для следующих поколений. Это то, что я хотел сказать. В общем, я желаю, чтобы вы спросили вопросы, для того, чтобы мы поговорили о некоторых вопросах, и спрашивайте о том, что вы хотите спрашивать.